масленица, я к тебе еду. Масленичные гуляния в Звенигороде в этом году прошли сразу на двух локациях. Городской парк и парк-отель посетило множество гостей. Ольга Анатольевна пришла на праздник вместе с подругами. Говорит, что тоже напекла дома блинов, да непростых. Блины называются заварные. После того, как вы приготовили уже блины на дрожжах, перед тем, как их печь, нужно кипятком тихой струйкой залить и быстро размешать. Тогда получаются кружевные тонкие блинчики. Традиционные проводы зимы – это всегда шум и веселье. Публику ждали развлечения на любой вкус. Концертно-театрализованные программы, конкурсы, ярмарки, аттракционы, игротеки и мастер-классы. Взрослые и дети водили хороводы, играли и дарили друг другу хорошее настроение. Гостям старинный Звенигород пришелся по душе. Вы знаете, нам очень понравилось. Праздник прошел на ура. Мы будем всех агитировать, чтобы сюда приезжали с удовольствием на все праздники. А чтобы окончательно проститься с зимой, под конец гуляний сожгли чучело масленицы. Пусть сгорят все беды, болезни и неудачи. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».